и далее об спорте. У Гомельской области прошло открытое першинство сирот юнаков и девчат по пожарно-воротовальным спорте. За головный трофей смагались 15 команд из всей Беларуси. Споборництвы проходили по двух дисциплинах – переодоление 100-метровой полосы с перешкодами и подъем по штурмовой лестнице. По выниках споборництва у агульнокомандным залику третье место заняла команда Гомельского областного управления МНС. Сребро забрала до дому дружина Витебского областного управления. Управление МНС. Головный трофей застався у Гомелі. Яго завоевала команда Гомельского городского отдела по надзвичайных ситуациях.